Жизни сразу нескольких человек оказались в опасности в Слюдянском районе. На печально известном култукском серпантине грузовик подмял под себя сразу 8 автомобилей. Известно, что водитель грузовика перевозил строительные материалы из Тайшета в Слюдянку. В какой-то момент шофер не справился с управлением и столкнулся с несколькими попутными автомобилями. Среди транспорта, который попал под раздачу, оказались 2 больших груза, 5 легковых авто и микроавтобус. Несмотря на масштабы происшествия, никто из водителей и пассажиров, к счастью, не пострадал. Однако участок дороги, на котором произошла авария, оказался временно перекрыт. На место ДТП были направлены полицейские для регулировки движения. Сейчас правоохранители выясняют причину случившегося. Среди прочего, проверяется версия отказа тормозной системы. Что у вас произошло? Я откуда знаю, что произошло. Отказали тормоза, да и все. Вы откуда ехали? Стайшет. Спускались уже за грузовиками. Наливник впереди меня был. И вот вдруг сзади. Куда? И тут только заметил, сбоку уже машина прилетала. Чудом обошлось без пострадавших и в аварии в Тулуне. Там нетрезвый водитель врезался в стоящий на обочине автомобиль. Позднее выяснилось, что количество алкоголя в крови виновника ДТП превышало допустимый уровень в 7 раз. Куда меньше повезло участникам аварии в микрорайоне Юбилейной Иркутска. Там столкнулись 2 иномарки. Выяснилось, что один из водителей также был пьян, а у другого шофера не было водительского удостоверения. Кроме того, в обеих машинах в момент ДТП находились дети. В итоге 6-месячная девочка и 23-летний пассажир одного из автомобилей получили травмы. А в аварии, которая произошла в селе Алхаш Ильиховского района, погибла пассажирка. Водитель иномарки, в которой она находилась, съехал с проезжей части и врезался в бетонный забор.